Всем привет! Москвичей в конце недели ждет похолодание. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. В пятницу 20 декабря температура воздуха в столице понизится на 5 градусов. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. По его словам, к концу недели ожидается погода около нулевых отметок и днем, и ночью. Он подчеркнул, что затем также ожидается понижение температуры на 1-2 градуса. Такие изменения придут в столицу на 3-5 дней, но и в это время температура все равно будет выше нормы для декабря. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!